Александр Румянцев в камуфляжном комбинезоне вместе со своим напарником по тренировочной группе Виктора Сивкова Данилом Синицыным сейчас попробуют показать лучшие результаты этого дня, которые никто не сможет побить. Я думаю, что эта задача, которая у них стоит, и она у них единственная, то есть тут никаких вариантов, максимум вариантов, минимум нет. Эта пара бежит на победу. И тот, кто в этой паре выиграет, бежит на лучший результат этого дня на дистанции 5 километров, бежит за титулом чемпиона России 2017 года и за путевкой на чемпионат Европы. 19.2 разгон Румянцева, 19.5 разгон Синицына. Надо сказать, что ребята немножко имеют разную специализацию в рамках все-таки длинных дистанций. Оба многоборцы, но Саша Румянцев очень хорошо бегает 10 километров, блестяще исполняет конькобежный марафон. Что касается Дани Синицына, он отлично бегает полуторку, он чуть больше смещен в сторону полуторки. На пятерке они примерно равны с точки зрения уверенности себя на этой дистанции. По результатам чуть впереди Румянцев, он более уверенно выглядит в этом сезоне на разных катках. У Дани Синицына есть потрясающие секунды, в свое время показанные в Среднегорье, но они были показаны все-таки не в этом сезоне. Ну, я думаю, что они друг друга прекрасно знают, изучили отлично. Во-первых, они и в паре бегут не в первый, не во второй и не в пятый раз вместе. Во-вторых, они катаются вместе, тренируются вместе. То есть тут все очень и очень близко. 30.08 круг Румянцева. 2 секунды он уже выигрывает у Конышева. Синицын бежит на 33 круг, тоже выигрывает. Но сейчас все зависит от того, как начнет Саша. Как сумеет за ним сэкономиться челябинский спортсмен. Сейчас чуть выходит вперед Данил. Начинает чуть-чуть отъезжать. Но это все тактика, это такие игры, знаете, Румянцев может ответить, но он просто экономит силы и пытается ответить минимальными усилиями, затратив их минимально. Но опять же, у нас впереди пока еще Синицын. Очередной круг Румянцева 30-28. Синицын сделал круг из 30-29-73. Сейчас вот на ваших экранах Данил Синицын подрабатывает первый свой малый поворот Саша и сравнялся снова пара, бегут нос в нос. Но еще раз говорю, оба в данный момент решают каждую свою тактическую задачу, то есть сбегать первую половину дистанции так, чтобы можно было либо сохранить силу на вторую, либо добавить на второй. Очень хороший прокат у Саши Румянцева, техника у него не меняется уже много лет, то есть бегал он так всегда. В хорошей форме она у него очень эффективна, когда Саша находится физически в хорошей форме. И эта техника не вызывает каких-то вопросов. Когда Саша в форме не лучшей, то он переходит на бег бегом. То есть он начинает бежать. Функционально он достаточно одаренный парень, стройный, без лишнего веса. И поэтому он и бегом, бывало, добегал. В принципе, случались и такие варианты, но это скорее внутрироссийские сценарии. Все-таки на международных турнирах лучшие результаты Саши, лучшие места его показаны, когда он был в блестящей форме, и за счет проката и очень хороших поворотов он проходил всю дистанцию. Очередной круг 29.7 Румянцева он ответил, 33 Синицын, пара снова сравнялась. Очень хорошо бегут, в общем-то. Да, и вот, кстати, нам сообщают, что Иван Башков пишет, что микрофон работал, все было слышно, и Ольга вот зря ушла. Вот. Ну, Ольга тут засиделась, не то, что засиделась, она бы, конечно, сидела с нами до упора с удовольствием, но так сложилось, видите, вот, не знаю, почему решили, что не работает микрофон Ольги. Мы с ними блестяще пообщались, и я для себя узнал много нового. И я думаю, даже те, кто на коньках бегает давно, узнали много нового. Ольга действительно спортсменка, уже имеющая свои взгляды на все. Давно, как это, не первый год замужем. Причем как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. И она рассказала действительно очень много вещей, которые, я думаю, и для специалистов конькобежного спорта интересны, и для молодежи интересные. Я, например, про капу
имел подозрение, но вот окончательный вариант, почему она бегает в капе, я услышал только сейчас. Ушел вперед Александр Румянцев. Ушел так, знаете, как Свен Крамер российского разлива, сказал: «Ладно, парень, я тебя вывез, как смог, теперь я поехал, до свидания». Ну и все, и он уехал, и у Дани Синицына начинаются круги по 31,6, а Саша Румянцев бежит по 29 с большими копейками. Чуть поздновато сбрасывает руку Саша, но еще раз говорю, это его техника, она уже сформирована, сейчас пытаться его переучивать, это как кость ломать без обезболивающих. Это же не ребенок, которого можно там пересадить, он еще гибкий очень с точки зрения техники. 29,5 добавляет Саша, уже выигрывает очень много, бежит, ну, откровенно, из 6,20, то есть где-то 6,19, я надеюсь, мы увидим на финише. Хороший такой гроссмейстерский результат для этого льда, для Саши Румянцева. Напомню еще раз неприятные обстоятельства, которые сопровождают выступление Саши в этом сезоне. На данный момент он пожизненно дисквалифицирован МОК. Нелепая дисквалификация, не имеющая к нему никакого отношения. За Сочи он, в общем, ответил уже неоднократно. То есть, во-первых, он в Сочи не вышел на старт своей любимой дистанции 10 километров, который был блестяще готов. И пожертвовал ей ради командной гонки, которую в итоге наша команда провалила, будем называть вещи своими именами. И сейчас отвечает второй раз, когда его тянут за уши в какое-то судилище, где он даже близко не был ко всем этим манипуляциям, даже если они имели место. Что вообще еще странно сказать. Саша очень доволен, финиширует. Блестящий результат 6:18:18. Но серьезнейшую задачу он загадал Сереже Грисову и Руслану Захарову. 6:18:18 – это очень серьезно. 29:88 – результат Синицына.